Всем привет, с вами Али. Слепил я из пластилина вот такого автомобиля. Это машина из пластилина. Ну, здесь вот пластиковое стекло, вот здесь вот. И будет краш-тест этого автомобиля, этой машины. Ну, эту машину буду просто сбрасывать, как обычно. Я просто привык я уже что-то делать. Но машина прочная, он был в балконе. А на улице очень холодно. Вот я его вот утром, когда я встал, я эту машину положил в балкон. Вот он там побыл 4 часа. Ну, давайте-ка буду тут сбрасывать эту машину. Ну, давайте-ка начнем. Что у нас тут? Ну, особых повреждений нету. Но здесь вот чуть-чуть погнулся. Ох, какой хлопок был мощный. Потому что пластилин стал твердым. Ну, давайте-ка лучше другим способом я его буду разбивать. Ну, все, я его буду... Ну, я буду другие машины, я его буду разгонять. Вот эта машина, это Volkswagen. Буду вот так таранить. Ну, давайте-ка начнем. У нас тут, ну, слава богу, повреждений нет, лишь след на капоте. Давайте-ка будет боковой удар будет. Что у нас тут? Ну, боковой удар, ну, боковая часть чуть-чуть погнула. Ну, давайте-ка еще раз. Что у нас? Ну, вот здесь вот часть погнула, здесь у нас пластик отошел. Внутри отошел пластик. Видите, сами это пластиковое. Что у нас тут? Ну, удар был по касательной. Вот здесь вот задело чуть-чуть капот. Погнуло. Давайте-ка на трассе я на этой машине здесь прилеплю, чтобы... Ну, такие повреждения не было. Неплохой удар вот здесь попал. Крыло даже погнуло так, серьезно очень. Давайте-ка лучше лобовое столкновение. Я вот так вот вырежу. Получается в цель попасть в переднюю часть. Ну ладно, пусть хотя передняя часть будет целой. Давайте-ка я заднюю часть врежу, если получится. Так. И так, что у нас получается? Ну, со второго раза получилось. Он врезался на заднюю часть вот сюда, вот такой след вот, серьезный. Что у нас дальше тут? Ну и дальше вот здесь, ну вот здесь задняя часть, все. Вот стекло здесь отошел внутрь. Давайте-ка сниму крышу и продемонстрирую. Ну вот видите, вот здесь стекло отошел прозрачный. Ну и вот. Вот стекло. Ну, давайте-ка попробую еще раз на переднюю часть. Ой, телефон чуть-чуть разряжается. Ну, давайте по-быстрому, я сделаю видео. Что у нас тут? Ну, попало в переднюю часть. Прям вот так согнуло там. Прям вот здесь. Да, вот так вот. Давайте-ка еще раз попробую на переднюю часть, только таран сделаю чуть-чуть пониже. Упс. Так, что у нас тут? Ну, попал на переднюю часть. Ой. Ну, дальше здесь ничего серьезного нету. Ну, правда.
приборная панель чуть отошло, стекло тоже отошел. Вот здесь прям. Вот. Вот даже лобового я могу снять. Вот. От лобового стекла здесь. Вообще здесь отвалилось. Давайте попробую в другую сторону я его врезать. Ну, но в боковой части. Интересно, что получится из этого? Ой. Что он попал назад на вот сюда в дверь, но я очень сильно его разогнал, но машина уже вся побита, стекло уже тут, боковая вообще здесь уже оторвался. Давайте-ка попробую я еще раз врезать на заднюю часть. И на этом будем заканчивать, наверное. Ой. Что у нас тут крышу уже оторвало? Ну, еще сильнее погнула заднюю часть. Вот здесь. Ну, машина уже полностью побитая. Ну, давайте-ка попробую я его врезать на переднюю часть еще раз. Ну, на этом будем заканчивать, наверное. Что у нас тут? Ну, торпеда. Вообще отошел с салона от раз. Ну, третий раз получилось. Вообще передняя часть не вообще непонятно. Ой. Вообще непонятно. Ну, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. И с вами был Али. И всем пока. До новых встреч.